Тимур, здесь, да? Тимур, брат, мы сделали. Я думал, что этот бой пройдет в формате «Не держите за пацанов». Потому что не первый день мы в этом дерьме. Все именно, очень много моих земляков. Если мне попадет такой соперник, который, ну, хочет оказать бой, да, я от души буду подраться с такими ребятами. Дорогие друзья, меня зовут Арслан Дациев, и сегодня в рамках информационного агентства «Обзор Пресс» мы поговорим с бойцом, который буквально, ну, только что одержал победу на ISA 150, с нами Азам Гафоров. Азам, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Поздравляем с победой, расскажи, как это было? Это было очень трудно, сложно, потому что Азамата я знаю давно, вместе тренировались не один год, не два. Друг друга знаем хорошо, дружили. Ну, Лига так предложил, вариантов не оставили нам, но пришлось подраться. Рано или поздно мы встречались бы, потому что он в третьем номере, я в седьмом был. Я надеюсь, что после этого Лига ИСА смотрит на это и мне дадут шансы, потому что я побил парня с второго номера рейтинга. Поэтому ждем, что Лига предложит нам. Кто-то до этого давал интервью, услышал от тебя такую фразу. Я думал, что этот бой пройдет в формате «Не держите за пацанов». Что подразумевал? Потому что мы, Лига, была такая история, вы сами знаете все, что за гран-при там ребята дрались, там такой бой закатили. Поэтому не хотелось бы так же, ну, Лигу там поставлять, потому что они доверяют нам, дают работу, зарабатывают в этом смысле. Поэтому хотел, чтобы не за пацанов держать. Ну, изначально ты вышел с мыслью о том, чтобы как-то вот расслабленно провести? Да, я просто хотел чувствовать соперника, как ведет себя. Ну, от этого уже, ну, я сталкивался. Ну, у нас был план с тренерами, со всеми. Ну, попал по нему, чуть нокаут не отправили меня, поэтому я думал, здесь уже другого варианта нету, надо побить уже. Будет щелчок, как он произошел? В момент, когда ты прям вот полностью перестроился и решил, все, вот сейчас будет жесткая заруба. Да. Я этот момент уже на грани выживания был. Ну, я старался поджимать, подержать. Там мне секунданты сказали, что, ну, уже 10 секунд остался, я максимально держал, чтобы, ну, время затянуть. Слышал болельщиков только своих или прям... Я всех чувствовал, я всех, ну... Потому что не первый день мы в этом дерьме, поэтому я всех чувствовал, я расслабился, все чувствовал, все видел. Поэтому вышло так. Расскажи о фанатской базе. Каково это, когда, ну, зал? Это так... бешено, это таджикские болельщики армии, это вы сами знаете. В Москве именно очень много моих земляков поддерживают, приходят, это меня наоборот заряжает, показать. Не расслабиться и показать каждым разом больше бои. Кто это звонит? Тимур, брат. Мы сделали, брат. Вот такая вот группа поддержки. Брат, это я обещал, обрадую тебя, обещал, брат. О, красавчики, банда здесь, все. Папеш. Можно показать? Вот, на мой старший брат. Родной. Это родной брат, который всегда поддерживает, брат, вот здесь все видят тебя. Обнял, брат. Лучшая команда. От души, родной. Я поднимусь, брат. Окей, и вот этот турнир, ISA 150, он итоговый, финальный турнир этого года. Что-то значило для тебя выступить именно здесь, на этом турнире, в главном карде? Потому что здесь мне Лига сам дает бой обычно вот таких турниров, потому что они знают, что я показываю зрелищные бои. Если мне попадет такой соперник, который, ну, хочет показать бой, да, я от души буду подраться с такими ребятами. Потому что когда вот борются, вот это мне не нравится, там возня вся эта, ну, не всем нравится же это. Поэтому такие ребята побольше, чтобы показать зрелище. Имя? Все. Желаемое. С кем желаемое. Пройти? Сейчас, не знаю, отдохну. Может, ну, Имран защитит титула. Он тоже мне нравится, его стиль, его манер боя. Поэтому, может, с ним получится, я не знаю. Посмотрим. А глобально, в планах у Азама Гафурова, что вообще? Глобально сейчас отдыхать, честно. Я по сыну очень соскучился. Хочу поехать домой. Месяца два чисто отдохну. Потом уже
вернусь к себе и посмотрим. То есть Лига ЕСЕ для тебя прям это финальный этап спорта? Да, я хочу еще раз завоевать титул, потому что у меня был бой за титул ЕСЕ, потому что я чемпион Ахмат. Когда мне объединились за титул, я проиграл этот бой, как раз Одинцу и Лови в борьбе, все 5 раундов я в борьбе проиграл. Я хочу этот титул выиграть, не знаю, желание такое у меня сейчас, не знаю, посмотрим, сколько удастся. Окей, и в адрес фанатов. Хотел бы, чтобы ты смотрел в камеру и обратился к тем, кто за тебя болел и искренне переживал. Всем спасибо, ребята, те, кто болеют, переживают за меня. Таджикистан Бапеш. С нами был Азам Гафуров. Подписывайтесь на канал Обзор Пресс. Все самое интересное из мира спорта.